как наш мозг развивается, как он меняется в зависимости от возраста. Внутриутробный период, он почти так же значим, как вся наша дальнейшая жизнь. То есть, если вы будете ставить Шопена, прекрасно, будете ставить Рамштайн, ну, ребенок, значит, это примет эту действительность как правильную. Знаменитая педагогическая концепция «после трех уже поздно». Нет, нет. С точки зрения нейробиолога это прям совсем некорректно. Это в 3 года у ребенка самая густая нейросеть. И она готова запомнить все, что угодно, и адаптироваться к любой жизни. Лично меня сам этот факт, что вороны могут быть умнее моего ребенка, как-то завораживает. Все белые медведи – левши. А вот, например, белые крысы – 50% левша, 50% правша. В случае китайцев вообще не получается какого-то различия между полушариями.